Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Меня спрашивают один вопрос, который актуален для всех, наверное. Это вопрос, связанный с сенажом. Ну, то есть не у всех есть кормораздатчик, не у всех есть возможность смешивать корм, сенаж с размолом или с комбикормом в кормораздатчике. Есть, уже я говорил, есть два варианта кормления. Когда вы комбинируете в кормораздатчике грубый корм и комбикорм, или назовем его так, размол зерна. И тогда у вас каждой частичке влажного сенажа прилипает частички размола, и получается что-то такое, вот как я сейчас покажу вам. Вот, например, вот это. Вот, здесь есть и частички зерна, и такой, ну, грубый корм, грубо говоря, это сенаж овса. И вот здесь же у нас здесь есть вот гранулированный шрот или что-то такое. Вот. Короче, вот такой вот вариант. И здесь корове очень трудно выбрать вот с этого, выбрать отдельно, чтобы есть концентраты. Она ест все вместе. И этот вариант такого пищеварения для коровы, он самый лучший. То есть вы кормите корову одновременно и тем, и у нее в желудке нет такого, что какая-то часть корма идет в виде концентратов, а потом идет, например, уже грубый корм. Поэтому лучший вид, вариант кормления, конечно, вот такой смешанный, комбинированный. Если у вас нет кормораздатчика, как поступать в этом случае? Сенаж – это влажный корм. Ну, влажностью где-то должен быть в районе 55%. Если вы его раздаете на линию кормления, вот как у нас сейчас, вот так, то выход при отсутствии кормораздатчика, выход один. Нужно взять и пройти с мешком с размолом зерна и посыпать сверху. Тогда у вас, когда вы посыпите сверху, получится такая, ну, по крайней мере, сверху, смесь сенажа и комбикорма, который коровы смогут съесть только с сенажом. И вот тогда, в принципе, идет уже нормальное пищеварение, вы заметите хорошие надои. Если же у вас, вы будете отдельно, ну, отдельно вообще нехорошо кормить, то есть нехорошо давать размол, а потом давать сенаж или как-то так. То есть чистый размол желательно не давать. Его лучше посыпать на сенаж, разложенный на линии кормления. Здесь есть еще один подвох. Смотрите, сейчас теплая погода, и сенаж, который вы положили, влажный, вот он вроде бы, вот смотрите, вот он здесь влажный, видите, темный, вот темный цвет, вот здесь, видите? А вот здесь сенаж лежит, уже подсох сверху. Я его переверну, он будет темный тоже, но сверху он светлый. И вот из-за этого, когда он высыхает, сенаж превращается в сено. И коровы могут его не есть. Мало того, если у вас разложена большая порция на линии кормления, то он в летнее время может начать портиться. В нем же у вас будут добавки кормовые, ну там, например, шрот или зерно. И это все вместе создает хорошие условия для того, чтобы он начал греться, плесневеть и так далее, пропадать. Вот. Какое от этого лекарство? И который сенаж высох, коровы могут не есть. Вот. Но особенно если они сытые, если они у вас регулярно хорошо кормятся, они могут его не есть. Какой выход с этого положения? Выход такой. Нужно, это, конечно, не просто, но просто давать меньшими порциями, но чаще в течение дня этот сенаж. Еще проблема. Например, если и с кормораздатчиком проблема. Если зимой, например, мы кормораздатчик делаем два рулона и все без проблем, то если мы делаем два рулона летом и хотим потом еще дораздать то, что там осталось, вот эта часть, оставшаяся в кормораздатчике, может греться.
и тоже пропадать. Поэтому здесь желательно делать раздачу полную. То есть все, что есть в кормораздатчике, раздать сразу, и пусть оно лучше будет здесь. Вот. И вот сейчас, например, я вижу, что много корма, это не очень хорошо. Но это Дима сделал, чтобы он сейчас сеет горох, и поэтому нет времени на то, чтобы часто раздавать. А так вообще-то, конечно, лучше готовить поменьше. То есть, например, если вы готовили в кормораздатчике два рулона, то лучше сейчас сделать один рулон и этот рулон раздать. Его съедят коровы, потом сделать еще один рулон. Это, конечно, более трудоемкая работа, но она, по крайней мере, позволит вам сберечь этот корм. Если же корм, конечно, начал греться, то мы ничего лучше не придумываем. Мы его выбрасываем на навозную аллею туда, коровам, и уже потом сдвигаем вместе с навозом. То есть это уже корм выбрасывается. Ну, пока у нас есть корм, мы можем так себе позволить делать. А вообще, конечно, дорогой корм нужно беречь и давать рационально, то есть маленькими порциями в летнее время. Вот тут это один подписчик наш, Денис, по-моему, Юдин фамилия его, задал мне вопрос, я полагаю, он такой общий и имеет смысл его озвучить для всех. Вот. Ну, а само собой, это уже я много раз говорил, что ну, любой сенаж будет намного лучше любого сена. Ну и еще правило по сенажу. Многие уже начинают заготавливать, уже есть такие места, где уже рожь хорошо подросла, особенно это юг России, то помните всегда, что злаковые травы, которые содержат в себе в стебле сахара, они всегда хорошо сенажируются. Поэтому их использовать для сенажа — это хорошее дело. Вот, поэтому используйте. Сейчас в связи с заморозками многие сельхозники юга России, там были заморозки до минус 5, и снега не было. Вот у нас, может быть, спасло нас то, что у нас вместе с заморозками выпал небольшой снежок, который прикрыл землю, поэтому сильно не замерзло все. Вот. А там у них не было этого. И в результате сейчас пшеница выходит с белым колосом, ну то есть пшеница пропала. Вот эту пшеницу можно скосить на сенаж сейчас. Это неплохое было бы дело. Если у кого-то есть соседи, сельхозники, растениеводы, которые будут пересевать эти площади, которые пропали, еще есть шанс пересеять, можно что-то собрать, то вы можете с ними договориться и убрать эту пшеницу на сенаж. Тоже хороший вам вариант для того, чтобы обеспечить себя кормами. Ну вот такая вот рекомендация по поводу сенажа летом. Вы можете ее использовать. Коровка золотая. Это, кстати, та коровка, которая растянулась. Помните? Была стельная, растянулась на льду. И вот она уже после того, у нее уже второй отел. Ну все. Всего всем доброго. Просили меня коровок показывать, вот я вам и коровок показываю, и себя, и рассказываю. Ну все, всего вам доброго, до свидания. В дополнение к вчера снятому видео хотел сказать несколько слов по поводу сенажа, который заготовлен в рулонах и который открыт от пленки. Его состояние летом. Летом такого рода сенаж, вот смотрите, вот открыт от пленки, видите, сенаж. Это сенаж овса, вот видно овес, видите, а вот сенаж гороха. И вот этот более сухой, этот более влажный. И вот при открытом состоянии, конечно, эти рулоны во время теплой погоды будут греться и портиться, особенно на торцах. Вот. Но если хозяйство у вас небольшое, потребление корма небольшое, то это большая проблема. Например, вы в связи с этим, вы, как правило, не можете заготовить сенаж сами, потому что это может быть экономически нерентабельно. Вы его покупаете. Поэтому покупать впрок
летом несколько рулонов сенажа при наличии, там, например, 3-4 голов скота нерационально. Почему? Потому что вы не успеете съесть этот рулон, как он начнет портиться. Порча начнется, ну, примерно, может быть, дня через 2-3 после того, как вы его открыли от пленки полностью. То есть сенаж сохраняется в герметичной упаковке и может храниться чуть ли не 2 года. Если же вы упаковку нарушили, или мыши нарушили, или птицы сверху, то он начнет портиться быстро, особенно в теплую погоду. Поэтому вы должны рассчитывать свое потребление, исходя из количества, рассчитывать использование этого сенажа, исходя из количества голов, сколько у вас есть. То есть такой рулон сенажа, например, ну, я так примерно, 5-6 голов могут съесть за 2-3 дня. Это нормально. Но если у вас всего лишь 2 коровы, то они, и он не испортится за это время. Если у вас 2 коровы, они будут его есть так долго, что он начнет уже портиться. Что делать в этой ситуации? Ну, единственный способ более-менее сберечь что-то, это просто этот рулон сенажа вилами распределить, раскидать, чтобы он был, ну, высыхал, грубо говоря. Но это уже будет не сенаж, а уже превратится это все в сено. И работа даже вот вилами одному человеку раскидать вот этот рулон сенажа, это тяжелая работа, я вам скажу. Это, ну, нужно ой-ой-ой как еще попотеть, чтобы одному человеку его раскидать. Потому что здесь спрессованная масса, много, вес большой, оно не так легко разбрасывается. Вот, поэтому как бы здесь вот вопрос, это проблемный вопрос реально. Его можно решить только поголовьем. Ну, а поголовье зависит от многих других факторов, которые в хозяйствах имеются. То есть вы сбыт молока и так далее, и так далее. Трудовые ресурсы, такие всякие возможности. Так, и если эта порча небольшая у вас получилась, ну, там, чуть-чуть какие-то места, это можно игнорировать, ее можно выбросить, и это не создаст проблем для скота. Если порча, конечно, тотальная, внутри прям весь рулон гнилой, конечно, это подлежит на выброс, весь рулон. Здесь вот такой момент есть. То есть, с сенажом работать в летние условия, в летних условиях очень тяжело, потому что, ну, может быть порча, если быстро не используете. Эта проблема есть и даже в сенажных ямах, и в курганах, и так далее, потому что там тоже берется срез всей кучи, и с этой кучи берется по чуть-чуть. И вы берете, и все равно вот эта открытая часть может портиться. Поэтому здесь вот есть какой-то такой предел рациональности заготовки сенажа для небольших хозяйств. И нужно тут это тоже понимать, как бы. Ну, а если, конечно, вы покупаете сенаж, то тут добавляется к стоимости самого рулона, добавляется еще стоимость перевозки. То есть вы нанимаете газель, можно взять 2 рулона. А если вот будет портиться, то вы возьмете 1, а за перевозку заплатите как за 2, считай. Вот. То есть тут тоже очень такой момент неприятный. Но, в принципе, все равно это компенсируется в какой-то степени тем, что сенаж дает более эффективную отдачу от коровы, потому что вы получаете больше молока. Вот здесь есть такой вот как бы плюсик. Ну вот, вот такое дополнение я хотел дать к тому, что сказал вчера, когда рассказывал, как ведет себя сенаж на кормовом столе. Ну все, всего всем доброго, до свидания.